создайте фоне дома. Экспозицию. Можно? Можно, вот на, фоне, можно на фоне чума. Чум назвал Виктор Александрович старым чум. Нет, чум тебе надо сделать. Я сделал уже. Да материал уже вот привез обшить пока. Так, такой, полосочную ткань. Нет, чум, он должен быть такой вот немножко дырявенький. Я вот там хотел прозрачный. Да сделай чум, а там режь дырки-то. А! Станьте, дети, станьте в круг. А что это вы спас жилеты одели? Нормально, а нормально. Вы не одели. Узнаешь. Да. Можно поставить вон на топоры там камеру. Сесть вот на те рога. Ты сетку-то москитную с камеры сними. Так, а что ты держишь-то? Хватит. Держи так. Да. Пока. Счастливо оставаться. Так, Вить, 5 часов созвон. Дежурного куда забрали? Ну, пошли ставки делать. Я думаю, дойдут. Может, протащим, да?
Ребята рисковые.
Африке. Да, вот здесь я самого крокодила. Тут самого крокодила и выловил. Тихонько, на малом газу. Не торопись.
Посмотрим изображения, которые сняты вечернее, утреннее и ночное время. Вы знаете, что дневная съемка, это, конечно, очень хорошо, но она больше подходит там для зверей, для животных. А если вы хотите снять красивый пейзаж, то надо поймать какое-то состояние. А это состояние, это фотография, это светопись. У нас это тогда, когда солнце либо восходит, либо заходит, либо ночью, когда, казалось бы, нельзя снимать. Но, тем не менее, и ночная фотография – это довольно интересное занятие. И я попробую вас в этом убедить. Вы увидите белые ночи, увидите восходы, закаты, рассветы, сумеречные сегменты. И, кроме всего прочего, еще мы посмотрим такие уникальные природные явления, которые, которые наблюдать очень редко и снимать очень сложно. Я имею в виду солнечные и лунные затмения. По основной специальности я астроном, поэтому все началось с астрофотографии. И здесь вы можете... Ну, вы знаете, что Солнце, медленно погружаясь под горизонт, проходит через, через большую толщу атмосферы. И если днем это такой белый, яркий солнечный свет, то вечером он начинает окрашиваться в разные кратковолновые волны, то есть в красные, желтые и другие. И поэтому вот в это время наиболее интересно снимать, потому что мы называем, вот киношники называют это режимное время, когда выравнивается яркость неба и яркость поверхности Земли. Ну и особенно интересно, конечно, когда есть какие-то градиенты температур, разница между водой, небом, склоном горы, и тогда возникают туманы. И вот эти туманы, они придают такую объемность фотографии. Дело в том, что на самом деле вот любая фотография – это плоскость. Это плоскость, которая испещрена цветными точками, грубо говоря. Если раньше эти точки были химическими, слом от Тунгусского метеорита, мощный был такой взрыв, что деревья толстые, там 30-40 сантиметров, они просто улетели за десятки и сотни метров. Ну, к изображению мы еще потом вернемся. Это вот вы знаете, что молнии в тайге вызывают пожары, большое бедствие. Раньше была такая служба лесоохраны, но теперь тайгу не тушат. И она как посыпана снегом, нам еще отсюда выбираться надо. Там рек бегают молодые зайчата. Выглядят совершенно, рисовки совершенно по-другому, в осеннем наряде таком. Как раз туда, куда мы добрались, да, пешка драла. Мы приготовились как фотоаппарат, снять, встать. Нет, там в самом правом крайнем углу, если можно присмотреться, там видно наш лагерь еще. Да, там только недавно вспоминал, что на гитаре играл, там все заснято, фильм уже под основе фильма. Я уже забыл, что мы там у него были. У Коваля тогда играли песни, пели. Вот, этот как раз зашел. Который мы снимали. Ну, Гриша, я сделал фильм уже. Сделал. Вчера. А что не принес? Вчера полтретьего рендерил.